пассажиров не давили там. А вы для себя выбрали сразу заведомо ложную цель — создание безопасности и закон, что снижать уровень безопасности нельзя. Все. Для вас это догма, значит, светофор не убираем. Я просто не очень разделяю позицию того, что есть либо два варианта. Либо есть светофоры, либо нет светофоров. Светофоры нужно отрегулировать. Мы понимаем, что... Ну регулируйте. Что же вы не отрегулируете за весь тестовый период? Потому что невозможно отрегулировать. Правильно, Волк говорит, у вас даже не светофор, а пересечение потоков происходит. А раз пересечение, значит светофор. А чтобы миновать пересечение потоков, кольцо нужно вот это вот самое, вот минимальным радиусом его сделать, коли мы уже херим сквер, да, то на здоровье вы там высаживаетесь на этих вот дальних кольцах и стоянка там. А здесь вот, вот в этом месте, колечко, вот так объехать это все, как было раньше, только раньше объезжали вот так, а сейчас вот так. Вот и все.